На Луганщині стартував міжнародний проект «Музика і діалог». Сьогодні в програмі «Суботнє інтерв'ю» ми говоримо про об'єднання музикантів і співаків з різних куточків Європи. Ви дивитесь канал UA Донбас і слухаєте Радіо Пульс. З вами Катерина Літвін. Вітаю! У нашій студії Анна Казакова, менеджер проєкту «Музика і діалог», та Віталій Алексійонок, музичний керівник і диригент. Вітаю! Перед початком бесіди пропоную переглянути сюжет. Репетицію симфонічного оркестру диригент Віталій Алексійонок починає вправами з ритміки. Готовы? Да. Подождите, не подождите. Спокойно. Я показываю. До роботи над проектом диригент запросив знайомих музикантів з різних країн. Гобоїстка Альба Шиманські з Німеччини займається музикою 13 років. Це не перший мій візит до України. Я вже була у Одесі, але вперше я так глибоко поринула в місцеву культуру, побачила, як живуть люди. До проекту мене покликав наш диригент Віталій, з яким ми навчались у одному місті. Альба каже, в проміжку між репетиціями музиканти грали для жителів Сєвєродонецька у подвір'ях. Ми грали в п'ятьох квінтетом. Це були не оркестрові твори, грали німецьку музику. Люди здавалися дуже зацікавленими тим, що ми робимо. Вони дивувались, клас, яка музика. На цих маленьких концертах було видно, що це радість для людей. Вони насолоджувалися нашою музикою. У нас є произведення практично всіх стильових епох, від ренесансу до сучасної музики. І вони розположені в концерті не хронологічно, а драматургически. Таким образом, у нас в первом отделении мы начинаем произведение, специально написанное для этого проекта, Ольги Подгайской, белорусского композитора. Произведение называется «Присутствие». Вот, «Присутствие» почему? Там есть посвящение даже в этом произведении жителям всех необъявленных войн. Вот, и «Присутствие» связано как бы вот с тем, с той реальностью, которая сейчас в Луганской области царит. После этого у нас будет произведение для хора акапелла Максима Березовского, композитора родом из Сумской области, из города Глухов. Это хоровой концерт, который был найден буквально несколько лет назад в одном из архивов Ольгой Шумилиной, музыковедом родом из Донецка, сейчас ныне проживающей во Львове. Вот. И этот концерт, духовный концерт, вот, последние 200 лет точно не исполнялся никогда. Свои партии хористы выучают окремо вид музыкантов. У нас можно выделить, наверное, две группы. Это студенты, которым около 18-20 лет, и вторая группа – профессионалы 25-30 лет. Но общий уровень оркестра на самом деле очень высокий, и те произведения, которые мы представим на концертах 1, 3, 4 августа, на самом деле требуют очень хорошей музыкальной подготовки. Премьеру в Сєвєродонецьку запланували на 1 серпня. Анна, проєкт «Музика і діалог», він є продовженням міжнародного оперного проєкту «Музику чути Крістіни». Він проходив у 2018 році. Скажіть, чим вони відрізняються, ці два проєкти? На самом деле отличий довольно много. Начнем с таймінгу. В прошлом году ми провели в Сєвєродонецьку 8 недель.
на протяжении которых создали оперу «Дон Жуан». В этом году проект намного короче, это всего 2 недели, и это, мне кажется, все намного более интенсивно происходит, потому что в эти 2 недели мы смогли уместить очень большое количество разных форматов взаимодействия со зрителями и взаимодействия участников внутри проекта. Все мероприятия, которые мы проводим в этом году, так или иначе раскрывают название и работают на название проекта «Музыка и диалог». И мы этот диалог выстраивали очень по-разному среди разных групп участников и зрителей. У нас уже за плечами прошли все основные наши дополнительные мероприятия. Это концерты, импровизированные концерты во дворах Северодонецка и Лисичанска 25 июля, музыкальные диалоги в Луганской области 28 июля. В рамках этих проектов мы разделили оркестр и хор на небольшие камерные группы, которые представили камерные программы в разных местах города и области. Віталію, у програмі звучала світова прем'єра, хоровий концерт Максима Березовського. Це композитор українського походження. Як взагалі виникла ідея поставити цей твір? В цілому доволі спонтанно. Коли ми думали з всім руководством проєкту, яку ж програму взагалі виконувати в цьому концерті, спочатку цього хорового концерту не було, тому що я, чесно говоря, о существовании вот этой находки взагалі нічого не знав изначально. І в какой-то момент я получил e-mail от одной немецкой журналистки, которая присутствовала в прошлом году на нашем проекте «Дон Жуан» и приехала сейчас. И она написала, что она познакомилась с одним музыковедом, с одной женщиной родом из Донецка, которая сейчас работает во Львове. И эта музыковед нашла, ее имя Ольга Шумилина, она нашла в одном из архивов хоровые концерты, в том числе Максима Березовского, которые не исполнялись уже несколько столетий. Вот, и она написала, может быть, это было бы что-то интересное для нашего проекта, поскольку это не так далеко и так далее. И я сразу же, как это прочел, я сразу понял, все, вот это нужно брать, это нужно. Я сразу же, естественно, нашел контакты Ольги Шумилиной, и мы с ней об этом всем поговорили, узнали точные истории, как бы, и она узнала про проект, мы узнали, как бы, про все эти концерты. И таким образом у нас начался диалог, и мы с ней договорились о том, что один из этих концертов, из тех находок, которые она еще не давала никакому хору, никакому составу исполнителей, будем исполнять. А скажіть, чи було тяжко працювати над таким твором, так, якому понад 200 років? Це 18 століття. Угу. Так. Ну, надо сказати, во-первых, що це произведение для хора акапелла. Вот. И у нас в нашем хоре есть хормейстер, есть человек, дирижер, который занимается именно с хором. И это не я, ее имя Ольга Михалева. Вот. И она полностью разучила с этим хором это произведение. Поэтому вся работа с хоровым концертом Березовского была сделана ею. Я только слушал несколько раз, как бы хор и Ольга Михалева спросили меня, как бы, как со стороны и так далее. Вот. Моя задача в этом контексте было найти этот хор, найти людей, кто будет это исполнять, и немножко руководить этим процессом. Вот. Но я скажу со своей стороны, что уже на первой репетиции, когда я их слышал, это меня очень впечатлило, потому что эту музыку я, естественно, раньше не слышал никогда. Вот. И я сразу же понял, что это будет что-то замечательное. Анна, світова прем'єра, вона відбулася у місті Сєвєродонецьку. Чому до цього не було презентовано в таких великих містах, як у Києві або у Львові? В цілому, це обусловлено містом проведення проєкту. І це вже четвертий проєкт, який ми реалізуємо в Сєвєродонецьку в місті з об'єднанням «Владопера» і нашими місцевими партнерами. І мені здається, сказал уже Виталий, это в целом была случайность, и это было очень символично делать премьеру этого произведения недалеко от того места, где родился композитор, и в контексте нашего проекта. И в целом, мне кажется, большие города, столицы, областные центры иногда даже перенасыщены какими-то произведениями, и вот эта децентрализация культуры, это тоже очень важно. И
это ценно и важно в первую очередь и для местных жителей, и для тех людей, которые из других городов за этой мировой премьерой, для того, чтобы услышать другие произведения в этом концерте, также приехали сюда, в Северодонецк, чтобы не только прикоснуться к культуре, но и что-то узнать о городе. Максима Березовського, було у сюжеті сказано про світову прем'єру Ольги Підгайської «Присутність». Віталій, розкажіть, що це за прем'єра? Ну, опять же, когда мы собирали всю драматургию проекта, когда наших концертов, когда мы думали, как построить весь концерт так, чтобы публика от самого начала концерта до самого конца пережила что-то существенное, и нам нужен был спектр эмоций какой-то, чтобы публика могла прочувствовать что-то более тяжелое, может быть, немножко более драматичное, с другой стороны, чтобы было ощущение праздника, концерта и так далее. Вот. И я сразу же понял, что нужно начать чем-то особенным. Вот, и мы долго искали, что бы это могло быть, какое-то произведение, которое начинает весь концерт, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот как мы начнем, так концерт и пройдет. И поэтому мы решили, что было бы очень здорово, если кто-то из композиторов мог бы сочинить специально для нашего проекта произведение, которое мы здесь и исполним. Вот. И поэтому Ольга Подгайская, белорусский композитор, одна из самых ведущих белорусских композиторов сейчас, согласилась на мое предложение сочинить что-то. Я ей рассказал про весь проект. Она сама была в Северодонецке раньше, она здесь участвовала тоже, у нее были какие-то здесь культурные мероприятия. Таким образом, она уже знала весь контекст, и она согласилась сразу же и сказала, что дайте мне срок, назовите сколько, и в смысле, сколько недель есть для того, чтобы это сочинить. Вот. И, в общем, она потом интенсивно над этим всем работала. Вот. Произведение называется «Присутствие», «Присутность», и, как я уже говорил, в сюжете посвящено оно всем невинным жертвам всех необъявленных войн. Вот таким образом, в том числе и этой областью. Анна, музиканти і співаки з різних куточків України та із інших країн працюють у складі оркестру і хору. Як же вийшло таке об'єднання? Об'єднати різних людей із різних стран, різних культур – це одна із цілей нашого проєкту. Мы делали открытый набор с одной стороны, с другой стороны приглашали каких-то знакомых музыкантов, просили знакомых музыкантов, чтобы они приглашали своих знакомых подавать заявки. И потом Виталий и вместе с Ольгой Михалевой отобрали хор и оркестр. Также нужно упомянуть, у нас есть замечательная солистка Татьяна Журавель. Она сейчас живет в Киеве, но много работает за границей. И таким образом у нас сейчас в составе нашего проекта есть представители Армении, Грузии, Беларуси, Германии, России, Украины. И Украина представлена просто, мне кажется, вся Украина, потому что если сейчас люди в основном живут в Харькове, Киеве, Львове, наверное, это самые большие скопления наших музыкантов и хористов, то в целом родом они вот на самом деле охватывают всю Украину. Віталій, коли був відбір учасників, які були критерії? Уровень исполнения и возраст. Это первое. Второе, конечно, в нашем открытом наборе музыкантов, когда они подавали заявки, очень важным критерием была мотивация. Для чего они сюда едут, для чего они хотели бы принять участие в этом проекте. И действительно, мы отобрали очень много хороших музыкантов благодаря этому набору, которые именно писали за счет мотивации. Стало ясно, какие они люди, что им интересно, и стало понятно, что эти люди впишутся в этот проект, потому что этот проект не подходит каждому. Это не просто какой-то проект для музыкантов, чтобы приехать, поиграть и уехать. Здесь, как вы знаете, музыка – диалог, музыканты общаются между собой, общаются с публикой и с местными жителями, поэтому это должны были быть особенные люди. И нам очень повезло, что эти люди как раз приехали. Скажите, сколько ж наличуется таких творчих людей в вашей группе? В оркестре у нас 45 человек. Хор состоит из 20 человек. Вот. Ну, стало 46, потому что мы еще спонтанно добавили еще одного оркестранта. Вот. Так что 65-66 человек у нас в общем. Скажите, чи всі мають музыканты музичную освіту? Да. Все. У нас есть, как Анна сказала, есть разделение на
профессионалов и студентов. Вот, и все профессионалы уже имеют высшее музыкальное образование. Студенты, разумеется, учатся. Вот, они студенты вторых, третьих, четвертых курсов. Вот, поэтому все они так или иначе связаны с музыкальным образованием. Анна, протягом 2 тижнів учасники проводили такі відкриті репетиції, і жителі міст мали можливість послухати, насолодитися з такою гарною музикою в малих дворах. Як же сприймали жителі такий формат? Мне кажется, этот формат у нас прошел на ура, и мы до конца не понимали, как это все будет происходить в реальности. Более того, была большая опасность, что нам помешает погода, потому что шли дожди, но в тот вечер, 25 июля, было солнечно, было хорошо. И мне кажется, для жителей дворов, тех дворов, куда мы пришли с нашими музыкантами, это был такой маленький праздник и как минимум что-то неожиданное, потому что не все знали о том, что это произойдет. Конечно, мы пытались как-то через знакомых приглашать людей, но были многие слушатели в итоге, которые просто шли мимо, услышали музыку, остановились и как-то включились вот в это пространство. И мне кажется, самыми приятными моментами было взаимодействие с детьми, потому что очень много во дворах как раз в это время вечером играло детей, и вот они там со своих футбольных площадок вместе с мячиками приходили к нашим музыкантам, и они были настолько непосредственны, взрослые как-то держались чуть подальше, дети подходили вот просто очень-очень близко, и мы очень благодарны нашим участникам за то, что потом, после этих концертов, они смогли уделить внимание этим детям. Кто-то давал свои инструменты, даже немного учил играть на них. И мне кажется, вот особенно для этих детей это было что-то, что, возможно, в будущем сможет изменить их жизнь, и они как-то захотят связать себя с музыкой. Даже если не профессионально, возможно, это подтолкнет кого-то к тому, чтобы пойти в музыкальную школу, ну, или просто больше интересоваться этим. А скажите, так, после таких репетиций музыканты могли спілкуватися із жителями міст. Скажіть, можливо, ваші колеги ділилися якимись враженнями, що жителі їм казали, чи, можливо, якісь відгуки були, чи, можливо, щось запитували? Ну, во-первых, как бы мой личный опыт, я участвовал тоже в 2 концертах, присутствовал там, и я видел просто реакцию местных жителей, насколько они были благодарны тому, что музыканты приехали сами к ним. Публике ничего не нужно было делать, они просто пришли в свой двор. Вот, а они вышли, а там стоят музыканты из Германии, вдруг, и Армении и так далее. Вот, они приехали сюда за 3000 километров. Вот. И, конечно, они были благодарны, и уровень исполнения, естественно, был очень высоким, поэтому это им тоже понравилось. И, опять же, дети были вдохновлены, да, но музыкантам было тоже очень интересно. Музыканты увидели вот этот отзыв от публики и увидели вот эту благодарность в глазах. И, естественно, получился таким образом обмен. Вот, естественно, они спрашивали, откуда они, какие инструменты, и я в данном случае, в моем случае, представлял их всех и рассказывал, и каждый музыкант отдельно выходил и немножко играл. То есть был такой момент сплочения, был момент диалога. Вот. Но у нас же были еще концерты не только здесь во дворах, а именно в Луганской области. И я лично ездил с 3 музыкантами в город Попасно. Вот, и у нас была совершенно замечательная экскурсия, организованная местными жителями. И местные жители приехали потом к нам на концерт 1 августа. Вот, и были у нас, вот сначала мы были у них, получился, ну, как бы в лучшем смысле этого слова, такой обмен культурой. Вот, и поэтому это было очень интересно. 3 концерти будуть відбуватися саме в Луганській області, в таких містах Сєвєродонецьк, Новопсков та Біловодськ. Як обирали міста? В Сєвєродонецьк мы приехали целенаправленно, так как это продолжение прошлогоднего проекта. Что касается Новопскова и Беловодска, этими концертами, подбором мест вместе со всей командой занималась Татьяна Плис, куратор проекта, она живет в Сєвєродонецьке. Она искала в первую очередь людей, которые поддерживают идею проекта, которые готовы принять нас, потому что на самом деле это огромная организационная работа. Вот в эти поездки мы едем
огромным составом, 85 человек, плюс инструменты. И это просто большая организационная работа. И такой довольно непростой период. Начало августа – это все-таки сезон отпусков. Поэтому вот Татьяна ориентировалась на тех партнеров на местах, с которыми она уже работала когда-то, и которые подтвердили, что они смогут уделить этому достаточно времени и сил. А скажіть, чи планується проводити такі концерти у Донецькій області? Не тільки в Луганській, а й в Донецькій? Как раз сейчас, по окончанию этого проекта, мы будем думать о том, как дальше развивать эту уже традицию проведения культурных мероприятий, в первую очередь в Луганской области. Возможно, да, возможно, мы будем расширяться. Но, как я уже сказала, в этом деле всегда очень важны партнеры. И мы очень рады, что у нас уже на протяжении нескольких лет есть очень надежные партнеры в Северодонецке. Это областной украинский театр драматический, колледж имени Прокофьева. И вот в этом году мы установили новые партнерские связи уже в других городах Луганской области. Возможно, в будущем нам удастся найти партнеров и в Донецкой области. Да. Виталію, музична програма включає такі твори відомих композиторів Моцарта і Шуберта. Чому саме їх обирали? Ну, во-первых, это гениальная музыка просто. Вот, конечно, в каких-то там третьих и пятых это те композиторы, которых публика еще знает. Вот, потому что, естественно, я могу себе представить, что если кто-то собирается идти на концерт, и там будет написано только Максим Березовский, Ольга Подгайская и еще какие-то старинные композиторы, умершие 400 лет назад, то, может быть, не все их знают и не все поймут, что это. Поэтому, естественно, у нас такая смесь получилась музыки известной и музыки новой, музыки, исполняемой впервые, вот, и сочинений уже давно знакомых и любимых публикой. Ну и просто-напросто сам факт того, что эти сочинения выжили за 200 лет музыкальной истории, говорит о том, что они трогают, до сих пор трогают человеческие сердца, и это до сих пор интересно слушать. Ну, а месса до минор Моцарта, который мы заканчивали весь концерт, это просто очень масштабное произведение. Мне кажется, оно дает вот это ощущение целостности и какого-то праздника в самом конце. А Шуберт в данном случае мы соединили вместе с Подгайской в первом отделении, и Шуберт, это произведение очень светлое, это неоконченная симфония, вот. Но, с другой стороны, там есть тоже очень много драматизма. Это как раз подходит просто даже элементарно по драматургии вместе с Подгайской, а Моцарт больше уже в конец, и это какой-то такой взрыв эмоций. Анна, скажите, какие у вас планы на майбутнє? Чим будете вражати в наступному році? Как я уже сказала, мы сейчас как раз с командой по окончанию проекта начнем обсуждать это вместе с нашими партнерами. В этом году мы опробовали, каждый год мы стараемся находить какие-то новые форматы. В этом году мы поняли, что камерные форматы работают хорошо. Не знаю, посмотрим, как сложится, но единственное, что точно с уверенностью могу сказать, мы планируем продолжать реализовывать культурные проекты в Луганской области с каждым годом. Вот за эти 4 года у нас уже скопилось огромное количество участников, которые были здесь, которые всей душой полюбили город, которые продолжают рассказывать о нас своим друзьям, знакомым. И благодаря этому с каждым годом у нас извне даже приходит все больше и больше идей, все больше и больше людей готовы поддерживать нас и наших партнеров в нашей работе. Поэтому я думаю, что дальше будет только больше, лучше и интереснее. Виталю, а скажите, у вас какие планы на майбутнє в плане проектов? Можливо, будут еще какие-то проекты у нашему місті та в Луганской области? Я надеюсь, пока мы опять же обсуждаем, как Анна сказала, что возможно что-то будет, наверняка что-то будет, но в данный момент это все находится в стадии обсуждения. Конечно, в целом с удовольствием. В Украине у меня было очень много проектов, но в Луганской области сейчас мы целенаправленно смотрим, как это дальше развивать. Чи будуть, можливо, якісь іще світові прем'єри в таких проектах? Будут, конечно, композиторы до сих пор живут и сочиняют музыку, и они рады быть исполняемыми и принести что-то новое в концерты, поэтому в данном случае, да, есть очень много забытых произведений, поэтому это все возможно, этот ресурс не исчерпан.
Нагадую, сьогодні ми говорили про об'єднання музикантів і співаків з різних куточків Європи та говорили про проєкт, міжнародний проєкт «Музика і діалог». У нашій студії були Анна Казакова, менеджер проєкту «Музика і діалог», та Віталій Алексійонок, музичний керівник і диригент. Ми дякуємо вам за те, що ви відповіли на всі наші питання. Ви дивилися суботнє інтерв'ю на каналі UA Донбас та Радіо Пульс. З вами була Катерина Літвін. До побачення!